В мир фантазии и настоящего волшебства погружаются участники зимней детской киноакадемии. Глядя на экран, почувствовать доброту и беззаботность мальчишки и девчонки смогли на общей сессии «Как создать мультфильм» от мультипликатора Светланы Бурдасовой. Я хотела просто показать этот волшебный мир мультипликации и сказать, что мультипликация уже отошла на тот уровень, когда это были только детские мультфильмы. Сейчас очень много мультфильмов создаются от 18+, к примеру, или трагичные мультфильмы, или, в общем, всевозможные, какие угодно. Я просто показала этот мир, что мультфильмы разные, и то, что это все-таки трудоемкий очень процесс. Мультфильмы создаются в разных техниках. Из пластилина, акварели, ткани, в графической технике, лего-анимации. Также фигурки могут вырезаться из обыкновенной бумаги. Только на первый взгляд может показаться, что это легко. В одной секунде мультфильма от 10 до 24 кадров. И на ее съемки уходит до 4 часов. После лекции и общения со Светланой Бурдасовой не только узнаешь тонкости создания мультфильмов, но и самим что-то хочется нарисовать, говорят ребята. Я узнала на мультипликации, что это трудно, что они вырезают каждую фигурку, строят. Там показывалось, как делали фон. Это выглядело так реалистично, очень понравилось. Вот эту елку то же самое делали, как живую, настоящую. А в мультфильме она выглядела как мультяшная такая. А вживую они делали каждую деталечку, каждую веточку прикрепляли в ствол. Трудолюбие и усидчивость – главные качества мультипликатора. Мальчишки и девчонки делают живыми свои замыслы с помощью бумаги, карандашей, кисточек и красок. Это на самом деле уникальная возможность. Здесь предоставлено все для творчества, для своей реализации, для реализации своих идей. То есть я действительно рада, что попала сюда. Я получила огромный опыт. Да, это действительно потрясающая возможность. Я на киноакадемии уже второй раз, и это потрясающе. Очень классный проект. Мы создаем короткометражный мультфильм в технике графической анимации. Это будет социальная драма. Я хочу показать, что мультфильмы бывают не только развлекательного характера, но и могут нести какую-то смысловую нагрузку. Мультфильм по притче «Яблоня и мальчик». Это такая очень трогательная притча про... Яблоня олицетворяет родителей, а мальчик – это ребенок. И это будет такой нежный, трогательный акварельный мультфильм. Итогом работы факультета анимации станет создание 6 мультфильмов в разных техниках. Оценить творение ребят можно будет на специальном конкурсе.